the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands. Ну что же, всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами как бы я, Лёвплей. И сегодня у нас новая серия по магическим приключениям. Ау! Я пытаюсь самоубиться, потому что я вот такой вот сумасшедший. Ну, надеюсь, вам понравится эта серия. Если так, тоже не считайте царский лайк и подпишитесь на канал, если вы вдруг еще не подписаны. А также оставляйте топовые комментарии. И... надеюсь, вам это видео понравится, но я, по крайней мере, надеюсь на это существование. Книга, да иди вон! Отойди прочь! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Как меня крутит, интересно. Ай, больно в ноге. Книга, вернись. И тогда тебя сброшу вот так вот. Книги больше нет. Но если вы подпишетесь на канал, вы не будете меня расстраивать. Иначе, если вы вдруг не подпишетесь, то лаги не исчезнут. И я умру, конечно же. Ай. Больно в ноге. Я пытаюсь умереть как-нибудь. Опаньки. Вот это вот нормально уже. Вот это вот нормально. Вот это вот красиво. Надеюсь вообще, что сейчас я иду. И это будет достаточно плохо, если я вдруг не иду. То есть запись. Не думайте, что я вот такой вот... Извините, то, что долго видосов не было, потому что это связано с... А, вот поводки. С поводками, вот, да. С поводками. Я сюда еще приведу огромного медведя. Медведь. О боже, Тик, что ты творишь? Как же вкусно быть оборотнем. Не обижайся, Свен. У тебя есть вообще имя? Свен? А вот. Короче, Кимако. Свен. О, да, привет, мальчик. Опа, здорово, пацаны. Я тебя затащу куда-нибудь. В какой-то ад. Ха-ха. Мне кто-то слышал, что кто-то открыл мою дверь. Понимаете, о чем я? Нет. О, крыса. 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 А, медведь. А, мне нужен бурый. Черный. Фу, не черный, а этот. Этот гризли. Вот такой вот. Дерзкий медведь. Правда, у него мало хп, поэтому я возьму другого медведя. Да что я так быстро жрать хочу? Все, меня это задолбало. Все, я за мирное питание. Все, всем до свидания. Где медведи? Ух ты. Теперь у меня будет ферма львов. Ты куда, друг мой? Точнее, подруга. Ты что делаешь? Вообще... поймал. У меня были типа вот такие вот коровки. Корова-лев. Коровий-лев. Что? Я только что здесь видел мужика. А, вот этот лев. О боже. Ой. Так, лев. Иди к сюда. Я тебя поймал. Опа. Все нормально. Красиво все. Надеюсь, что они за мной бегут. Конечно, бегут. Это как еще понимать? Лев? Ты где? Кажись, лев не послушный что-то. Так. Ты что здесь застрял? Ай. Он сорвал поводок. Эй. Чувак. Не расстраивай меня. Это будет слишком долго, чувак.
Чувак, ну ты что, вообще такой дерзкий лев? Он дерзкий лев, всем понятно. Это лайон! Это англичанный! Фу, какие! Это вот эти вот армия какая-то у меня. Ух ты, я буду богат люмбами. Я буду разводить львов. У меня будет собственный зоопарк. Это я где застрял? А, вот. Вот, у меня будет собственный зоопарк. Что-то как-то я их прицепил немного жестоко. Парам-парам-парам-папам-парам-парам-папам-папам. Яйцо движет самим царем зверей. Парам-парам-парам-парам-папам-папам. Тара-тара-тара-тара-тара. Я через траву пролазю, типа, немножко. Немножечко я через траву это пролазю. Не удивляйтесь, то, что майнкрафтеры такие вот квадратные. Чувак. Чувак, нет. Он меня расстроил. Чуть-чуть же до дома осталось. Вон там такая вот палочка. Где поводок? Чувак, где поводок? А, вот, чувак. Где поводок? Так, вот так вот. Вот такой вот я дерзкий. О май. Где? О боже. Роботы-инопланетяне. Не подходите к нему. Это из команды R, ты чувак. Или там Чумиха. Не знаю. Я, конечно, видел. Но почему с тобой такие проблемы? Проблема в том, что это проблема. Всем все понятно. Так, вы здесь точно пролезете каким-то макаром? Опа, все. Ожрите его как-нибудь. Вы не будете же цапаться чуть-чуть? О боже. В общем, у нас такая вот ферма львов произошла небольшая. Не выходите никуда, хотя я лучше с вами закончу эту серию. Это, можно так сказать, это дети нашего львумбы. Блин, нам как-то нужна какая-нибудь львица. Ну, в общем-то, надеюсь, вам понравилась эта серия. Если так, то жмите для царский лайк и подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны. А также оставляйте топовые комментарии. Всем до новых встреч и пока!